Всем привет, ребят! Сегодня с вами мы, и мы играем в Seed of Ice. Видео побудет завтра, наверное, я еще в этом не уверена. Ребят, я тоже буду снимать. Ага, окей. Ой. Ребят, сейчас у нас все загрузится. Так, ребят. Вот Seed of Ice, вот наша тренировочная пещера. Ну как пещера? Додзю. Так, ребят. Не очень люблю снимать видео просто так, когда вкачанный уже аккаунт, это неинтересно. Ну, в Майнкрафте там, ну, безумно. Ребят, пойдем на помощника рыся. Пойдем. Сейчас страшно настроим. Так. Кирпич. Ребят. Надеюсь, мы сейчас его проим. Если вам нравится такой формат видео, ну, то, что мы играем не на вкачанных аках. Если вам захочется вкачанный ак, то я буду играть в Дракономанию. И буду вкачивать Бубу без вас. И в Бубу я заходил только, чтобы покормить его и обратно спать уложить. Так что, ребят, не бойтесь. Это не страшно. А если хотите, чтобы я со вкачанным Бубу играла с вами, или там, например, в дракончике с вами играла, а? Можете добавлять меня в друзья в драконах. Я и в драконах, как я. У меня, правда, аккаунт не такой там вкачанный, ребят, меня убили. Ну ладно, у нас еще один раунд впереди. Мне так нравятся эти лапти, я могу с ними бесконечно играть. У них такой удар мощный. Блин, хотел сальтуху сделать, а не получилось. На. На. Чего так больно? На, на. На. Да чего так больно? Да все, он меня опять убил. Ну, ребята, это слишком сложно. В оружиях. Мэй, подскажи мне что-нибудь. Мэй, подскажи мне что-нибудь. Ребят, жа. Ребят, погнали, у нас жало. У нее кинжалы, а у нас лапы медвежьи, вроде называются. Ребят, если хотите увидеть мой доход в Дракономании, то ставьте лайки на этом видео. И не только лайки мне подбадривают, просмотры тоже. И хотя бы один новый подписчик. Один. И у меня тогда будет... Ребята, у меня тогда будет... 45 подписок. Ребят, жду 50. Праздник уже прошел. Вы 50 подписчиков не смогли добить. Очень обидно. Ну ладно, 40... 43 это тоже было нехорошо. А 32 декабря... Ой, 32! 2 января на меня уже подписался еще один человек, и нас стало... То есть 2 человека. 42 подписчика. Это ваш рекорд пока что был. О, пацаны, привет. Ох, ты получил новый уровень. 3. Твои умения возросли. Профиль. Тебе нравится Seed of Ice 2? О, как мило. Да. Первый спустя на жизнь. Да. Ребят, сейчас поставлю быстренько им 5 звезд. Вот, ребят, если хотите, можете заходить в этот в Play Market, скачивать Seed of Ice, смотреть мой отзыв. Ребята, кстати, если вам надо, добавляйте нас с моими друзьями в Драконах Майи. Да.
Меня тут зовут А меня зовут Мэй. У меня самый мощный лапа. У меня тоже. Так, ребят, достижение. Изучить. Изучено. Я даже ничего не делала. Похоже, самое время подумать о приобретении нового доспеха. Покажи. Смотри, теперь тебе стал доступен первый предмет с особым свойством. Ты можешь нажать на иконку под ним, чтобы увидеть подробное описание. Реально? Мы, это правда? Такая штука. Дорогая. Она дорогая, очень дорогая. Ну ладно, ребят, погнали. Боже. Нормально, погнали. Но он не безумный, ребят. Он вроде тоже с лапами. Медведями. Да. У него шлем-то еще раз мощнее. Он такой же, как я, только со шлемом. Мощный. Ребят, он мощный. Дерется не слабо. Так, ребят, я на 2 секунды поставила на паузу. Буквально на 2. Не знаю, насколько. Погнали. Погнали дальше, ребят. Я, ребят, сейчас вверх ногами сижу, очень удобно. Меня сейчас тошнит. Сейчас я еще вам покажу на всякий случай. Потому что прошлый... Не. Мам, не буду его отпускать, потому что я там... Я знаю, что еще один способ заработать монет. Реально, Мэй, знаешь? Блин, ребят, так неудобно называть другого человека своим именем. У него рыжие волосы. Я, ребят, красилась тоже в рыжий. Что это такое? Почему? Любых наживаний противники нападают на тебя один за другим. Попробуй. Больше противников победишь, больше приз. Минимум 40, максимум 40. 40-40. What? Ладно. Ниндзя. Почему его зовут ниндзя? Шин, Хан, Ран. Не знаю, почему... Стоп, перфекто? Раунд 2? В смысле? Почему против другого ниндзя? Ребят, я раньше, конечно, играл в Shadow Fight, но я не помню этого. У меня было много чего, но я реально не помню. Я помню всех боссов, практически всех. У меня и так випка на 2 дня, ребят. Она должна быть на 3. Поставь на 3. Можешь поднять. Ребят, если хотите, кстати, подписывайтесь на нас в ТикТок. Да, мы его там снимем. Да, ТикТоки мы начнем снимать. А то мы только вчера его скачали. Да, мы и пока... смотрим только его. Да-да-да. Не видео не снимаю вообще никуда. Никуда не заливаем. Ребят, я только заметила, что у меня жизни увеличиваются, когда я убиваю ниндзя. И заметила, что они остаются такие же, как у меня были. Надеюсь, вы написали комментарий, и мы пойдем. Ой. Ну не на 18, конечно. А то мы там сольемся. На, тупой ничего, он такой сильный. Головная боль, да. Мы треснули ему боль. Ниндзя с кинжалами. Есть ниндзя вообще без оружия. Белый вроде. Наносим им
Я тебе поставлю лайк. Ребят, надеюсь, вы поставите мне лайк. И мне, пожалуйста. Да, то лайки вообще не алё. Вот на злобном Brawl Stars вы столько просмотров набрали, столько лайков. Я... Убитый. Я тогда был в полном шоке, ребят. Сложный турнир. Хорошо, что не убитый. Головная боль. Завершите 10 раундов ударом в голову. Это я так делал? 10 раундов? Ребят. What? Ладно, ребят. Это странно. Ребят, сай купить, конечно. У нас были сай самыми мощными. Мне тоже получится. Теперь надеюсь. Говорю сразу. Я не спела. Нормально, ура, я могу идти на кирпича. Ребят, я ничего не спела. Тихо. Так. Не люблю кирпича, вот против угла будет сложно. Коня приобрету новый доспех. Игла не сможет... игла будет меня все время убивать. Да, пока я не приобрету именно доспех. Если я приобрету оружие, то она сможет меня убить. Но не так просто. А мне нужно будет приобрести именно доспех, чтобы она стала легкой. Даже не нормальной, не сложной, а легкой. Именно доспех. Ребят, доспех. В следующей серии будем пытаться приобрести доспех. Я буду играть без вас тогда недолго. Минут по 5 в день. 15. Ну ладно, может час. Я 20 минут. Я, если буду играть в Shadow Fast час, то я не знаю. Каждый день, наверное, видео по шейнику будут выходить. Комбо 5. 5 ударов подряд, короче. Ребят, как вы думаете, я что-нибудь тут понимаю? Тут половина по-английски написано. Опа, ребят. Хард. Что это значит? Хард. Сложно? Сложно. Очень сложно. Все, победа над кирпичом. Мы с ним больше минуты дрались. Или нет? Напишите в комментах. Я не понимаю, как я такая... Букашка могла победить меня. Мои, подожди. Букашка. В дуэль можно уйти в раз в 4 часа. В дуэлях тебе... Стоп, о каких дуэлях говоришь? А, вспомнила. В дуэлях тебе придается использовать выдаваемое на время поезд на движение вместо своего. Да, честно. Рили? Реалити? Серьезно? Ребят, сейчас поглажу всех своих таких. Реклама. Назло. Так, дуэль, нормально. Ну, погнали. Зачем я сайф вкачивала, если... Ниндзя. Захожу дракончика. Глажу его. Так. Ну, быстрее. Ребят, у меня немного виснет. Мне дали ножи и крутой шлем. Крутой шлем. Не совсем понимаю, как драться этим ножом. Редко дралась вообще ножом в шидике. Дралась в основном с Айми или чем-нибудь покруче. С Айми я дралась на первых. Но я проходила всех почти боссов. Кроме Сигуна. Очень сложно. Кроме Сигуна и Титана. Ну, вы знаете одного ютубера, который проходил Титана? Титан существует. Наверное. Я там видел какую-то карту. А я посмотрю. Ой, я ему ребят, у него был шлем или нет? А то я не помню. Я уже думаю, я ему шлем снесла. Просто и оружие, и шлемы, и броню можно сломать. Ну, оружие можно выбить, а броню сломать. Была не была? Надеюсь, вы написали «да».
Так, ребят, комбо 3, комбо 3 максимум. Отстаньте. Давайте опять выйду победителем без шрамов. Был у меня уже... Нет, все, уже не выйду победителем без шрамов. Ну, надеюсь, два удара. Вонжет одного. Два удара он по мне нанес. Три. Три удара он по мне нанес. А я по нему... А, да фига. Ребят, фу. Ты 248. Дуэль, гоу. Фигня. Победа. Не а хочу. Отрезали? Невозможно. Даже не безумно, а невозможно. Прям вот так. Прям вот так вот вы меня попробуете. Щит автоматический удар. Я хочу выучить вот этот удар. Назад плюс. Минус. Ребят. О, работает. Он ноги меняет. Балдеж. Ну ладно, ребят. У меня кончилась энергия, и как раз мы изучили новый прием. На этом, думаю, закончим видео. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите мне лайк. Ребят, мы продолжаем. Я вчера обсуждала насчет вас, насчет своего канала. Может, мне делать обзор на свое творчество? Чем я занимаюсь обычно?